Ярко, красочно и динамично. В этом году празднуется 196-я годовщина Дня независимости Греции. Поздравить жителей поселка прибыли не только творческие коллективы Витязева и Анапы, но и представители городской администрации. Прошедший 2016 год стал знаковым как для греческого общества, так и для всей Анапы. В 2016 в декабре большая делегация муниципального образования во главе с главой города-курорта Анапы Сергеем Павловичем Сергеевым посетили Грецию с дружественным визитом и заключили договор с городом Лариса о побратимстве. Греческое общество принимает активное участие в развитии курорта, тесно сотрудничает со всеми городскими структурами, а также с другими диаспорами и обществами. Все народы, проживающие здесь одной большой семьей, стремятся сделать свой дом лучше и уютней. И, конечно, оказывают поддержку друг другу. Казаки готовы подставить плечо нашему братскому греческому народу в любой ситуации. Я хочу, чтобы это все всегда помнили. И в заключение хочу сказать слова, которые говорил наш атаман Александр Плотников на сцене городского театра, когда отмечалось 25-летие Анапского общества казачьего. Он сказал тогда: «Казаки и греки – братья навеки». Своими братьями греков считают и армяне. Они вместе отмечают праздники, помогают друг другу и в целом живут дружно. Председатель общественной организации «Центр армянской национальной культуры» имени Николая Испирьяна Эрсен Эйриан преподнес творческий подарок жителям села. Народный армянский танцевальный коллектив «Ахпюр» исполнил свой национальный танец. Завершился праздничный концерт необычным спектаклем. Народный греческий театр «Элевтерия» представил постановку «Сватовство». Причем актеры не только показали мастерскую игру, но и прекрасное владение греческим языком. Развитие дружественных отношений между Россией и Грецией продолжается. Уже совсем скоро с ответным визитом наш курорт посетит греческая делегация города-побратима Лариса. Визит почетных гостей будет приурочен к открытию курортного сезона 2017 года.